сука, а им нечего ведали, блядь. Пидорас! Сука! Блядь, доездил в уёбище, блядь, вот пиздец. Сука! Ты жива? Ты жива? Нам тоже досталось, да? Да, Лёш, заебись. Зеркало оторвали. Пидорас. Это ж как так? Полграмм уж, сука, конкретно. Ты ёб твою вулка, блядь! Долбоёб, сука! Блядь, только нафиг тут. Ты чё, ёб твою мать? Номер.
как раненько, мы же предупреждали, что к 6 часам. Что-то меня Баженов пугает. Вот, да нет, что-то. И также Тверских улицах в обоих направлениях заторы. Въебал, блядь. А, сука, так тебе надо, нигер, блядь. Жесть! Тихо, 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 все нормально. Все нормально. На годовщине вступления страны во Вторую мировую войну. Тысячи человек вышли на улицы Салоников. Протестующие закидывали... постоянными сокращениями зарплаты и пенсии. Сейчас в Москве около 3 градусов, завтра днем от 6 до 8. Ой!
сделали 4-й уровень. Я о чем говорю. Группа. Ой, мама, ой. Ой, как скоро, господи. Это тебе куда-то надо, у тебя погодные условия отличные. Договорилась. Опа, есть.